Декабрь 41 года. Командир танкового батальона, старший лейтенант Хорин, получает приказ освободить деревню Нефедьево от немецких танков. Но как его выполнить? В измотанном постоянными боями батальоне осталось две боеспособных машины. Хорин отдает приказ командиру танка КВ-1, лейтенанту Павлу Гудзю, выдвинуться на позицию. Под прикрытием артогня танк ночью подошел к реке. С рассветом он открыл огонь прямой наводкой по немецкой бронетехнике. 8 танков были подбиты в первые минуты боя. Успешно форсировав реку, экипаж лейтенанта Гудзя уничтожает еще 2 танка. После завершения задания танкисты насчитали 29 отметин на броне. Но ни один снаряд не пробил ее насквозь. Так, с помощью одного тяжелого танка КВ-1 была освобождена целая деревня. В конце 30-х годов перед руководством Советского Союза стояла задача создания новых образцов бронетанкового вооружения для Красной Армии. Это касалось как легких и средних танков, так и тяжелых. В классе тяжелых машин предстояло заменить танк Т-35. Этот огромный пятибашенный монстр по своим характеристикам уже не отвечал требованиям времени. Танковое и конструкторское бюро приступили к решению этого вопроса. Первый вариант предусматривал глубокую модернизацию Т-35, но адекватных результатов достичь не удалось. Параллельно с этим разрабатывали принципиально новые машины. В 1939 году на испытание вышли 3 тяжелых танка Т-100, СМК и КВ. Т-100 и СМК сделали двухбашенными. В каждой башне была установлена пушка. Немного другая компоновка была у танка КВ, созданного под руководством Жозефа Котина и Николая Духова. Этот танк тоже имел 2 пушки, но размещались они в одной башне. После всесторонних испытаний выбор остановили на КВ. Во-первых, он был меньше по габаритам, что уменьшало вероятность попадания в него снарядов во время боевых действий. Во-вторых, КВ весил на 15 тонн меньше, чем Т-100 или СМК. Соответственно, его проще перевозить по железной дороге и в особенности по железнодорожным мостам с ограниченной грузоподъемностью. Эту боевую машину и было решено выпускать серийно. Правда, только с одной пушкой. 2 ограничивали действия экипажа в башне. На вооружении танк приняли под обозначением КВ-1. Аббревиатура КВ означала «Клим Ворошилов». Тяжелый танк КВ-1. Боевая масса 47 тонн. Экипаж 5 человек. Оружие. Пушка калибра 76,2 мм и 4 пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 600 лошадиных сил. Максимальная скорость 34 км в час. Первое боевое крещение танк КВ-1 получил в декабре 1939 года во время войны с Финляндией. В ходе этой кампании стали видны все плюсы и минусы новой боевой машины. Что касается защищенности танка, то тут вопросов у военных не возникло. Максимальная толщина броневых листов составляла 75 мм. Очень надежная защита от противотанковых орудий противника. А вот пушка танка оказалась малоэффективной против железобетонных дотов. Было срочным порядком разработана более мощная установка пушки-гаубицы. И в танк КВ установили 152-миллиметровую пушку-гаубицу для того, чтобы она могла успешно вести боевые действия по уничтожению дотов, именно уже мощных оборонительных укреплений. И вот это, так появился, в общем-то, танк КВ-2. Серийное производство тяжелых танков развернули в начале 1940 года на Ленинградском Кировском заводе. К началу войны выпустили 370 машин КВ-1 и около 140 КВ-2. Не слишком много на фоне стальной лавины Красной Армии. Но в то же время это были одни из новых танков. Для потенциального противника они представляли серьезную угрозу. Единственным средством, эффективным для борьбы с танками КВ в 41-м и 42-м году, это были зенитные пушки, 88-миллиметровые, которые ставились на прямую наводку. И вот с помощью их немцы, конечно, выводили танки КВ из строя, подбивали их. А
В общем-то, эффективным средством по немецким документам было, например, значит, остановившийся танк, значит, окружить и с помощью или гранат, или даже, как писали они в документах, двух ведер с бензином, залезть на трансмиссию машины, вылить, поджечь. С началом войны производство танков КВ-2 прекратили. Но то небольшое количество машин, которые успели выпустить, сыграло определенную роль на полях сражений. Дело в том, что для этой пушки гаубицы 152-миллиметровой зачастую не хватало снарядов. Поэтому эти танки иногда выходили в бой с ограниченным количеством боеприпасов, но одним своим видом они просто наводили ужас или панику в стане врага. И в одном из донесений, которые были представлены в начальном периоде войны, буквально в первую неделю, Гитлеру, он даже не поверил, что можно на танк установить пушку такого калибра. Он сказал, что вы, наверное, сошли с ума. Такого быть просто не может. Летом 41-го все силы Ленинградского Кировского завода были брошены на производство КВ-1. Выпуск боевых машин в прифронтовом городе вызывал немало трудностей. Значительно снизились поставки материалов и комплектующих деталей. Конструкторам постоянно приходилось решать сложнейшие технические и технологические проблемы. Помимо увеличения выпуска, заводу также предписывалось повысить защиту КВ-1. Уже в начале июля танки с дополнительными броневыми листами стали выходить из сборочного цеха. Но такое усиление повлекло за собой увеличение массы машины. Как следствие, это отразилось на ходовых качествах и надежности. Больше всего проблем возникало с коробкой передач и сцеплений. Они довольно часто выходили из строя, и танки просто останавливались на марше, а иногда и на поле боя. Но благодаря своей броневой защите и огневой мощи высокой, они часто использовались в качестве дотов, то есть неподвижной огневой точки, и продолжали вести боевые действия. В октябре 41-го Ленинградский Кировский завод оказался в прифронтовой полосе, и выпуск танков прекратили. Была организована массовая эвакуация на Урал. Эстафету по производству боевых машин подхватил коллектив Челябинского тракторного завода. К тому времени там уже освоили серийный выпуск тяжелых танков. Помимо основного производства, в конструкторском бюро постоянно работали над усовершенствованием КВ-1. Ахиллесовой пятой КВ-1 являлась перегруженность, скажем так, машины, а точнее избыточная броневая защита. Поэтому было решено на первом этапе просто снизить или убрать экранировку с танков КВ, ну а потом еще и доработать конструкцию коробки передач, плюс на танк КВ установить командирскую башенку для того, чтобы улучшить обзорность. И таким образом появляется танк КВ-1С. С это говорит о том, что танк более скоростной. С сентября 42-го танк КВ-1С начал серийно выпускаться в Челябинске. Согласно боевому уставу бронетанковых и механизированных войск, основной задачей тяжелых танков в период Великой Отечественной войны было уничтожение живой силы и огневых средств противника, а также борьба с его танками и артиллерией. До начала 43-го танки КВ успешно справлялись с этой задачей и сохраняли свое боевое преимущество над бронетехникой вермахта. Но на фронте у немцев сначала появился новый тяжелый танк «Тигр», а чуть позже «Пантера». Для эффективной борьбы с ними боевых свойств КВ уже не хватало. Поэтому руководство Советского Союза приняло решение о создании нового тяжелого танка. Заменить КВ должен был танк ИС-1. Но в связи с тем, что танк ИС-1 еще конструктивно по ходовым своим качествам и по силовой установке не был доведен до совершенства, поэтому как временную меру было принято решение устанавливать в танк КВ-1С 85-миллиметровую пушку. И такой танк под маркой КВ-85 был принят у нас на вооружение и в количестве 148 единиц был произведен на Челябинском Кировском заводе во второй половине 1943 года. За 2,5 года войны было выпущено около 3800 танков КВ-1 и КВ-1С. В октябре 43-го года их производство было прекращено. На смену танкам «Клим Ворошилов» стала приходить более совершенная боевая техника.
Но, несмотря на это, КВ продолжали участвовать в боевых действиях и решать поставленные перед ними задачи, освобождая территорию Советского Союза и Восточной Европы от немецких захватчиков. Даже во время разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года один тяжелый гвардейский танковый полк 48-й в количестве 21 танка КВ один принял участие и поставил победную точку в войне, Второй мировой войне.